Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании. Продолжаем путешествовать по всяким там древнегреческим одиновским делам. Короче, у нас битва с боссом, давайте сейчас тут заглянем. Ой, так, как обычно, никуда не спешу, сколько у нас тут осталось, по-моему, 3 дня или сколько? Да, 3 дня, ну такое, короче. Это так, чисто по приколу. По приколу зайти посмотреть на каких-то новых дракончиков. Здесь часто бывают какие-то драконы, которых редко встретишь в других видах сражений, скажем так. Так. Захожу не по таймеру, сами понимаете. Судя по моему месту, так, изредка зашел. Но где я стараюсь соблюдать таймер, это вот здесь. Я уже на 9 этапе. Нам нужно собрать золото, собрать еду и метиса вырастить. Но с метисами у меня на этот раз чуть попандос. Я уже решил все-таки попытаться еще раз вывести ядовитый. И мне тут что-то попалось часов на 12, а то и 18. В общем-то, так что с этим пока что маленькая задержка. Но все равно, даже тут собрать золото я за сегодня не смогу. То есть это реально 2 дня, чтобы выполнить это вот условие. Так, что у нас там еще было? Собрать золото. 15. Всего лишь 15. Это жесть какая-то. Так, и... Ну, собрать еду, сейчас мы это выполним. Так что, в принципе, пока у нас будут эти наполняться лимиты по золоту, как бы того гляди, ну, то есть не того гляди, а точно пройдет часов в 12 мультипосадочка, и уже будет готова вот эта вот комбинашка. Шипы плюс конфетка, да, вот это вот комбинаха у нас как раз. Так что, ее мы и выполняем с вами. Так, что у нас там еще дальше есть? Интересненького такого. Так, рубеж достигнут. Так, о, одна карточка есть интересная. И 18 из 20. Это у нас пламя Феникс. Что это у нас за дракон такой? Огонь. Вообще-то мне он есть или нет? Так, еще наборчик. Так, смаук. Ну, это все, что у нас было. Так, вот, готово. Дайте еду драконам. Сейчас мы тут немножко тоже давайте повыполняем эти задания. Нужно же как бы помогать. Выполнять клановые наши дела. Промахнулся. Золото на рудниках. Вот это да. Рудников у нас всегда полно. Карта практически всегда завоевана. Так, еще тут кого-то накормить надо. Так, а сколько тут времени осталось? И тут как бы, может, не стоит. 17 часов. Так, ну у меня тут ничего путевого нет. Ладно, давайте запустим обычное. Блин, у меня 0. Помочь не могу, к сожалению. А так бы с удовольствием. Золото в жилищах. Это тоже всегда, пожалуйста. Готовенько. Дайте драконам еду. Ну, смотрите, просто навалилось всяких там заданий, которые можно выполнить просто подряд, не отвлекаясь. Золото на рудниках. Да вы что? Ну, еще скажите, завоюйте рудник. Так, это не надо, это не надо. Это тоже я пропустил. Это тоже пропустил. Так, а что у нас здесь? Я уже время закончилось, да? 1 час остался. Я на 76-й позиции. Может, перейду сейчас. Так, давайте посмотрим. 56-й уровень на все звездочки. Блин, 50-й, 50-й. Не знаю, может попытаться обновить. Есть, попался нам кто-то простенький. Давайте попробуем разобраться с ним. Итого я перейду, так и получается через час. Там 75 позиций, по идее. Ну, то есть это выиграю и надеюсь я продвинусь туда. Ну, желательно, конечно, несколько боев сделать, чтобы был какой-то запас. 69-е место, да. Да-да-да-да-да. Давайте, давайте еще. Еще парочку боев таких. Ну, оранжевый тоже выигрывал, но там шанс проиграть, конечно, довольно большой. Ну,
Блин. 40 минут ждать. Ну, здесь мы ничего не сделаем. Они все выше уровня нашего уровня и заколдованы конкретно. По самое не балуйся. Ну, ладно, что нам делать? Давайте хотя бы один боёчек попытаемся. Больно? Чёрт подери. Архангела потеряем. Блин, это было очень неприкольно. Да, и факела, походу, мы теряем. И факел потеряли, да. Ну, все-таки противник посильнее. Несмотря на то, что у него драконы, да, как бы более простые. Но уровень решает. Уровень решает. Ну, давайте еще раз зайдем. Может, появился... Да, появился адекватный противник. Так, броненосцы, я думаю, мы пробьем сейчас факелом. Вообще изи катка получилась. Тудж. И агалушка повержена. Это прикольно. Так, может еще кто попадется? Увы и ах, на этот раз у нас все жестко. Вот этот 1.59 просто нас уничтожит. Блин, вообще реально, я ему никакого урона не могу нанести. А он сейчас... Да, один удар, один труп. Ну, он один сейчас всех тут задамажит. Ну да, если бы остался Архангел, может, мы будем как-то там паралич дали. Ну, он вообще не ощутил эффекта от... метки от... Реально, один дракон затащил. Царемонный один, несчастный. Так, ну вот так вот, короче, ладно. Не беда. Я думаю, этого хватит, чтобы... Так, стоять. Этого хватит. 58 место за один час. Я надеюсь, нас не выбьет, и мы попадем во вторую лигу. Так, и нам дадут вот этого дракончика. Небесный дракон. То есть, блин, что-то как... Ну, в общем-то, здесь как бы дело такое, знаете, удачи. То есть один раз у тебя противники в конце легкие, ты можешь продвинуться вперед, вот как сейчас. А вот предыдущих пару раз у меня, короче, были какие-то ядреные противники, которые не позволяли мне попасть в 75 лучших. Ну, сейчас вроде как все. Все у нас получилось, ребята. Так. Идем на нашу любимую колдовскую арену. Так, давайте сюда заглянем. Ну, отлично, я кубки сбросил. Значит, можно попытаться. Минус 16, 46 левел. Ну, можно себе спокойненько идти вот так вот, например. Алло. Ну, получается, вот сейчас у нас изи каточка. И да, заглянем сейчас на карту еще нашу в героический режим, посмотрим, что там. Мы что-то можем еще сделать, по-моему, уже полностью уперлись. Дальше некуда. И получается, чтобы нам продвигаться по карте в режиме героическом, нам нужно прокачать портал, чтобы у нас было плюс одно очко. Чтобы было всего лишь 9, всего 9 было, ну не всего лишь, а всего 9. Ну, либо взять VIP-статус, кстати, VIP-билетик можно взять. И продвинуться дальше. Так, а, блин, а я никого нового не выводил из дракончиков-то.
Так, я вот тут немножко еще место расчистил, как видите. Так, так. Так, а ты у нас какие стихии? Ветер, огонь, вода, понятно. Стихии печали. Стихии печали, я бы так сказал. Так, а вот это вообще няшный дракончик, мне нравится. Просто зайти его, можно и погладить. Классно очень выглядит. Черная дыра поглощает солнце. Именно так выглядит процесс. То есть такие большие объекты в космосе не сталкиваются. Они вот как бы начинают летать просто друг вокруг друга. И потихонечку черная дыра высасывает всю материю из солнца. Ну, с любой звезды. Вот так вот примерно происходит их взаимодействие. И давайте заглянем на карту. Так, у нас должны были врата открыться. Да. Спасибо вам, ребята, за помощь в открытии ворот. И что у нас тут? 60-е зомбики. Подождите, я же зомбика купил. Где мой зомбик? Я его что, купил и не поставил высиживаться, получается? Ладно, давайте попробуем сейчас пробить этих зомбиков. Выглядит забавно. Зомбики атакуют. Нифига себе, хиляются гаденыши. Минус один. Так. Ну, это, думаю, и так как окочурится. Тот нам не страшен. А один парализован. Вообще шикардос. И то же самое. Прикольно у нас здесь получается эти из подземелья. Все враги из подземелья. Упс, это было не прикольно. Вообще, короче, эффекта мало, да? Ветер работает довольно четко. Так, что у нас там дальше ждет? 63 уровень. Ну, это тоже, в принципе, все довольно как бы нам по силам. Так, ну а я хочу сейчас глянуть, сколько стоит улучшить врата. Да, там 750 получается. А, ну вот, да, вот это вот, все верно. Блин, 750. Это чтобы мы могли дальше продвигаться по нашей карте. Чтобы можно было 2 очка отдать за бой и было за что вызвать подкрепление, так сказать. Да, ну-ка, давайте посмотрим. За 7 очков мы можем, да, вот 60 и 70 уровень. Так, кто нас уже алкаль заколдовал? Заколдовал уголек на плюс 1. Алёша, Василий, Дима. Ну, я пока что не спешу. Не спешу никого колдовать выше уровня 0, особенно легендарных. Легендарные осколки, да, эта штука капец какая редкая. Так, а я вообще хотел посмотреть, есть ли вот по поводу того дракончика. Да, то есть у меня его нет, получается. У меня есть дракон Железное Пламя, есть дракон Очаг. А там было... А, я вот с этим, наверное, путаю, да? С Пламенной Звездой. Дракон Пламенная Звезда. Так, теперь осталось понять, где я его видел. Блин. Где я видел того дракона? В каком разделе он мне попадался? Где я видел этого дракона? Блин, не могу вспомнить, ребята. Блин, вылетело с головы. Знаете, как эта мысль была и не стала.
Что это за дракон? Где же это? 15 часов. Может, здесь? Нет. Так, короче, ну точно, нужно еще нам билетики открыть, раз такие дела. Так, где это у нас билетики открываются? Так, где тут можно потратить билетики? Во! У нас сколько? 63 билетика. Давайте, может, кого-нибудь соберем. Ух ты, кстати, прикольный домик. Хорошо, ну давайте дальше пойдем по 5. Ух! Может, кого-нибудь соберем. Волчонок это самый простой здесь. Видел, что Редс уже их пособирал. Редс его... Даже вот этого... Не, вот этого собрал. Ну, посмотрим, может, нам что-то повезет. Так, а что вот это? Фрагменты бесплатные. Ну-ка, давайте прочитаем, что у нас тут вверху в уголке написано. Откройте 100 сундуков и получите бесплатные божественные фрагменты. 3! Фу. Смешные они, конечно. Да, но мы волчонка, походу, соберем. Так, ну вот этих наград раньше не было, да, это ввели еще такую поощрялочку. Бесплатные сундучки нам дают, это хорошо. Так, ну даже если я выполню все условия, у нас 100 сундуков не будет. Получается. Сколько мы сундуков сможем выполнить? 63. Надо сейчас глянуть, сколько еще там можем собрать по этой акции. Та-дам! Да. Дракон собран. Элкхунд. Отлично. Так это мы только половину еще даже не использовали сундуков. Ух ты, или это мне нравится. Прикинь, так 50. Ладно, сколько максимум тут может попасть, интересно. Ну, по 600 тысяч, ну еще нормально так миллионов тут нарубим. Это тоже, короче, неплохо. Правда, я не запомню, сколько у меня было. Так, может, насобираем даже еще одного дракона. 44 сундука. 45, ну у нас тут бесплатные попадаются, то есть у нас будут сундуков под 70. Получается. Ну да, вот как бы мы близки, чтобы насобирать ему. 17 осталось у нас. Ну да, еще чуть-чуть и насобираем. Три не хватает. Это у нас что там попалось? Целых 4 карточки, ну это целый рекорд. Так, ну и 2. То есть собак мы насобирали с запасом, короче. Так, ну этих оленей, конечно, мало. 68, вот 69 сундучок. И еще один. 69, да? Ну, как я и сказал, под 70. За каждых 10 нам дается один бесплатный.
Вот и все, ребята, билетики у нас ноль, но у нас есть собачка. Собачка. Так, давайте посмотрим, кого мы тут собрали. Так, это самый простецкий, редкий дракон Элкхунд. Дракон Элкхунд — образец преданности. Он в горе и в радости будет со своим тренером, оберегая его от чего угодно. И самое главное, от... Он пушистый. Да, но я люблю больше котов, чем собак. Так, дальше у нас вот этот эпический Рататоск. Не хватает нам три карточки, думаю, мы его то соберем. Сплошная неприятность. Изначально он посланец северных богов, но он обожает распускать слухи даже больше, чем выполнять свою работу. Эпик, сила 65, слабачок. Ну, это тоже эпик, кстати, непонятно, почему он так редко попадается. Сила 67. Дракон Эйк Тюрнир. Обожает жевать ветки мирового древа. Да, как я говорил, мировое древо объединяет 7 миров между собой. Это как темная материя в космосе. Научный эквивалент того самого, чьи корни подгрызает Нидхек. Говорят, что из сока, стекающего из этих веток, берут начало реки. Так, ну этого мы, наверное, не соберем дракончика. Теперь давайте заглянем, лишь хотел посмотреть, сколько мы еще сможем получить билетов. То есть я здесь получу 10, ну и еще может быть 20. 20 билетов, ну блин, наверное, не успею я получить этих 10, потому что на выполнение 9-го задания у меня уходит 2 дня, получается. Много. Хотя, кто его знает, 3 дня останется на 20-е задание, может, и успею. Главное, никого там вот здесь вот не посадить ненужного. Так. Тут даже можно золото собрать. Через час аж, ё-моё. То есть нам, ну, реально 15 часов понадобится. То есть только завтра к обеду я смогу его выполнить, это задание. Ладно, ребяточки, в общем-то, на этом все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.